я, наверное, вам просто покажу, как все в деревне выглядит. Сейчас поедим. Собираюсь в баню. Лишь бы не дошло до того, чтобы я с ним разоралась. Я забыла свой ноутбук. Всем привет, мои хорошие! Это новый влог, новый день, и этот влог из деревни. Вот. Сейчас у меня утро, завтрак. Собственно, вот этот завтрак прекрасный, который мама мне приготовила. Домашние яички, домашние сосиски, овощи, тут кабачки. В общем, прям круто. Сейчас я позавтракаю, мы пойдем в центр. В деревне тоже есть центр, оказывается. И уже послезавтра будет у моей бабушки день рождения. Так что вот мы потихоньку начинаем уже готовиться к этому дню. Собственно, вас я тоже беру везде. Будьте вместе со мной сегодня. Не только сегодня, завтра, возможно, еще и послезавтра. Все, мы вышли, причепурились. Все отлично. В итоге я вообще отжала у мужа футболку. Блин, ну вроде нормально, лучок так получился. Футболка, брючки, вроде хорошо. В общем, идем. Что, идем за покупками. Надо что-то бабушке прикупить, посмотреть на день рождения. Ну и вообще, я, наверное, вам просто покажу вайб деревни, как все в деревне выглядит и так далее. Наверное, вот для этого, наверное, я вас и беру. Построили новые. Да, кстати. Вот тут фонтан есть. Будет. Ну да, скоро. Там тоже вроде фонтан. Там. Нет, там нет. А, там убрали, да? Там не было. Ну, типа, это мини-бульварчик с скамейками, с фонтанчиком. Но это еще не центр, да? Или нет, это? Нет. Это не центр, да. Вот хотя тут... здесь администрация. Да, там администрация, тут вот Ленин стоит. Ну, я уже как-то в влогах показывала. Парк. Да. Вот, например, один из магазинов. Сейчас посмотрим, что там есть. На вот, да, и вот тут продуктовый и сразу одежда. Прикольно. Тут тоже что-то есть. Куколки всякие. Ну, кстати, как ни странно, вот тут намного красивее. 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 Я знаю, как правильно, но почему-то... Или красивее. Блин. Красивее. Фу ты, блин, напишите в комментариях. Я столько учила еще в школьные годы, а в итоге все равно иногда могу спутаться. Вот. Но в центре, конечно, это считается там, ну, вот я покажу центром, но там, конечно, нет такой красоты, как тут. Тут вот парк. Это считается центром, да? Да. Какой-то памятник даже есть. Скамейки. Тут, получается, тоже этот фонтан, да? Да, рабочий тоже что-то выключил. Ну... Чистят, что... Для деревни, я считаю, что неплохо так. Но это тоже такое красивое местечко. Потом там, где магазинчики, конечно, будет вроде как не очень. Да. Вот. Тут есть у нас Магнит, там Пятерочка, тут аптека. Но аптек тоже несколько. Тут уже идут тоже такие магазинчики, Престоль, там еще какие-то магазины, еще. А, вот, ребят, туда же Озон. Тут, кстати, еще и Валберес есть, только я не знаю, где. А это что, не центр? Ну, это тоже центр, но тут рынок просто. Вот, Теле2. Ну, короче, вот как-то так. Вот там рынок. Обычная деревня. Вообще, так-то это считается вроде поселок городского типа, да? Ну, да. Для меня это деревня. Я даже свой город иногда деревней называю, учитывая там... с Казанью, с Москвой. Дальше, короче, закроем следующие магазины. Бабушки, смотришь? Угу. Интересно. Мода. А чё? Вон какие крутые сердечки. Ну, в принципе, для бабушек магазин вообще классный. Как мы выбираем одежду для бабушки? Подарок. Ага, хорошо будет ей. Симпатично. Для 92 года. Ну-ка посмотрим. Для 92 лет. Вот это хорошо ей будет. Да красиво, да, мне нравится. А мне симпатично. Вот да. А это нет. Это нет. Не-не, вот это лучше намного.
В общем, купили, мы нам даже дали такой красивый подарочный пакетик. Помимо того, что мы купили распашонку, или как это правильно называется, мы еще купили вот такой морковно-белый, полотенце, да. Вот, в общем, такой подарочек бабушке. Я в шоке, роллы, суши открылись. Это как вообще? Прикольно, нет, слушай, это классно, потому что мне кажется, тут вообще не хватало. Да. Я всегда задавалась вопросом, вот, молодежь, подростки, которые растут, в деревнях, типа, как им вообще, у них ни кафешек, ни заведений, ни ресторанов, ни там ТЦшек. И прикинь, когда, типа, мальчик, может, через школу пойдем? Там, я не знаю, можно пойти, нет? Ладно. И прикинь, если мальчик, допустим, ухаживает за девочкой, да? Он, он цветочки там подарит, но он, допустим, хочет куда-то сводить ее. Эти люди в деревне живут. Вот как им интересно. Тут прикольно, тут появились. Мы даже зашли, посмотрели, там, правда, у них только пока что одно меню. Хотели меню посмотреть, и там, уже девочки сидели, смотрели. Вот. Прикольно, классно. Только еще это нужно заценить, как на вкус это все дело. Как-нибудь, я думаю, может быть, туда использовать. Школа вообще красивая стала. Ее с этого года, да? Да, обшивают. В последние месяцы начали ремонт. Очень классно выглядит теперь, вообще классно. Клево. Когда-то тут, кстати, я перед школой снимала видосы танцевальные. Теперь я снимаю влоги. Там домой накупились тут пакеты, у мамы тоже пакеты. Уже накупили продукты, часть еще будем докупать. Да, завтра, послезавтра уже день рождения, все вам буду снимать по возможности. Вы не поверите, но мы приехали в поле. В поле, чтобы собирать рожь. Мама решила собрать чуть-чуть. Вот, мы заодно компанией с ней пришли. Тут оделась тоже в рабочую одежду. Мне выдали лосинки, рубашку, рюкзачочек. В общем, как-то так это все выглядит. Красивая картинка получается. В итоге столько получилось. Мама собрала. Вроде как это пшеница. В общем, ей нужно, чтобы она красиво это все вот так вот дома поставила. Видимо, ей нравится. Вот так вот это выглядит дома. Вроде симпатично. Почему она еще их собирает? Потому что очень круто подходит под интерьер. Например, вот эту вазу она тоже делала. Часы тоже. Вот прям под интерьер подходит. Прикольно. В общем, у меня мама на самом деле рукодельница. Часы сама сделала, которые реально ходят. Картины. Потом вот тут тоже картины. Все просто ручной труд, ребята. Вот эти все поделки тоже она делала. Вот эти все поделки тоже. Просто все. Вот это тоже красиво. В общем, такая у меня мама рукодельница. И, кстати говоря, в детстве она всегда мне помогала делать всякие поделки в школу и так далее. Выигрывала тоже призовые места. В общем, я, когда задавали нам поделки и что-то такое делать, рисовать или что-то такое, то я вообще кайфовала, потому что за меня сидела мама. Вот. А сейчас... Она сейчас лепит. Да? Да. Это у нас будут хинкали, да? Зачем? Ой. Манты. Ой, тьфу ты, блин, манты. Вкусно. Это уже мы готовимся на день рождения к бабушке. Сейчас, собираюсь в баню. Так как я практически все свое не взяла, я беру что-то мамино. Вот, например, у меня дома тоже такой же есть. И у мамы тоже такой же есть. Очень классный спрей для волос 15 в одном. Очень крутой. Беру его. Очищающий, типа как гель для умывания. Вот, кстати, из этой серии тоже. Это для сухой кожи, а этот такой для более жирной, для комбинированной кожи. А этот прям для сухой вообще. Это очень круто для сухой кожи. У кого сухая чувствительная кожа, вот это средство, это просто топ. Вот. Но это тоже неплохой. Правда, я им вообще не пользовалась. У мамы есть. Я попробовала буквально один раз. Вроде тоже норм, но не могу ничего сказать. А этот знаю, что классный. Вот, его тоже я беру. Потом, расческа, понятное дело. Тут у меня Икея.
Тут у меня, короче, эти диски, ватные палочки тоже беру. Дезодорант, крем. Все в одну не помещается. Там у меня еще пилочка, духи лежат. Вот, в общем, что-то такое у меня. Это у меня миниатюрка и бальзам. Вот, а уже шампунь и гель для душа я тоже не взяла. Наверное, там уже в бане что есть, тем и воспользуюсь. А этот я оставляю дома. Вот, так что из маминых, по сути, средств я взяла только вот этот крем очищающий для лица и спрей. В принципе, у меня вот спрей тоже такой же дома есть. Вот этого дома нету, но я им тоже как-то пользовалась. Мне очень понравилось. От Holy Land. Классное средство. Так что у кого сухая кожа, особенно на зиму, кстати, прям реально крутое средство. И тут беру уже два чистых полотенчика. Одно для тела, другое для головы. С вами уже встретимся, скорее всего, завтра. Потому что сегодня я уже буду сейчас маме помогать, наверное, делать манты. А потом уже вечером пойдем, собственно, и в баню. Вот, так что уже заготовки сделала, приготовила. Останется только просто собраться и пойти. Вот и настал тот день, когда у бабушки день рождения. В общем, я ее жду. Сейчас она должна выйти, поздравлять будем, дарить подарки. Вот тут я уже подготовила подарочек. В итоге в такой красивый пакетик мы положили. Тут происходит у нас процесс. Сейчас будем ставить стол нормально, там уже, господи, посуда у нас готовится. В общем, пока все в процессе. Прошло буквально 5 минут. Уже что изменилось? Полностью все переставили в итоге. Вот, сейчас сюда найдем, что постелить, потому что остальные все маленькие скатерти. Выходит, да? Выходит? Выходит. Ждем. Да-да-да-дам, да-дам, именинница, с днем рождения, поздравляю, блин, ты такая красивая, 92 года, да, очень круто, поздравляю тебя с днем рождения, самая лучшая бабушка на свете, будь счастлива, здорова, чтобы также тебя дети и внуки любили, будь такой же красивой и самой лучшей бабушкой на этом свете. Огромное тебе спасибо. Я очень хочу быть такой. Ты такой есть. Такая, такая есть. Такой есть. Моя внучка со своим внуком. С мужем. С мужем. Ой, молодец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тебе нравится? Так, так. Очень, очень. Никогда так не одевалась. О! Как не одевалась? Ты очень красивая. Видишь? Домашняя. Дома ходить. Мне. Очень красиво. Да, супер. Нравится? И чего? Да. Ай, молодец. В общем, пока дома гости собираются, мы докупаем, так скажем, атрибуты для праздника. Пирог. Тут у нас арбуз. Потом мы еще, скорее всего, за дыней пойдем. Ой, ребят, день рождения слишком бурно проходит. Там столько народу. Это просто немыслимо. Я нормально, даже если честно, стол не смогла, ну, как бы заснять. Я сюда вставлю, наверное, фотку, но на этой фотке только 50% всего, что там есть. То есть там вся еда тупо не вмещается. Ой, вот, короче, сижу, тут вышла. Красота. Параллельно с праздником мы собираем тут нам сумку с Айдаром в город. Но не ту, с которой мы приехали, а уже сумку из деревни. С продуктами. Но началась она собираться не с продуктов. Ой, тут вообще, что это? Давай, давай, еще вот это. Для чего нам это в город? А я вам скажу, это мы собрались балкон красить, и эти все атрибуты нам нужны будут. Я думаю, влог тоже буду снимать с покраски балкона с города. И вам покажу, что для чего. И тут еще у нас два кабачка внизу. И я еще такая в ультрамодных тапках. Ну, деревенская жизнь, она такая, знаете ли.
Гости наконец-то ушли. Это, наверное, такое классное чувство, когда уходят гости, у тебя остается много просто еды, и ты такой: сейчас поедим. Именно такое состояние у меня сейчас, потому что я буквально, ну, одну курочку, два манта съела, и все, манты, ну, манта, манты, склоняется, нет, интересно, ну, короче, и все, и я такая, как будто, ну, короче, я сегодня еще рано встала, во сколько, в 6 с лишним, что для меня вообще не свойственно, и вот прям бегала, там, посуду мыла и так далее, поэтому я сейчас сижу, не пила, но как будто пьяная, вот, сейчас арбузик поем хотя бы. И уже завтра утром мы будем выезжать тоже. В 7 утра выезжаем в город. Соответственно, следующие влоги уже будут из города. С вами я, наверное, буду прощаться. Спасибо большое, что посмотрели этот влог до конца. Можете, кстати, под этим влогом поздравлять мою бабушку с днем рождения. Я ей все передам. Нам будет очень приятно. Всем счастья, здоровья. Люблю, обнимаю. И всем пока. Секундочку, еще вставление вам из будущего. Мы уже приехали только что буквально. И я вам просто не могу не показать, насколько много у нас в итоге вышло сумок. Буквально вот эта одна синяя, это наша с вещами. Остальное все мама. Остальное теперь наше, но отправила наша мама. Я просто в шоке. Это... Мне интересно, наверное, не у меня одно и такое, когда родители просто готовы чуть ли не всю квартиру скинуть своим детям. Ну ладно, тут не вся квартира, тут холодильник и морозильник. Что, давай потихоньку заходим. И я просто в шоке, насколько сейчас мы приехали с человеком. Короче, кто не знает, мы ездим... Ну, типа, как это, попутки, да? Да. Попутки, типа, город, деревня, вот, на своей машине нету пока что. Так вот, и я просто офигела, насколько попался человек, ну, мягко говоря, не очень. Я еще думала, блин, лишь бы не дошло до того, чтобы я с ним разоралась и пооралась. Но в итоге я как-то сдержалась. Вот, короче, это просто трэш. Это просто трэш. Он такой ворчун, я в шоке. Ой, ну ладно, хоть доехали в итоге. И чудом, что он нас довез прям до подъезда. Хотя это, по сути, все довозят до подъезда. Но он такой ворчун. Ладно, мы его запомнили и больше с ним не будем ездить. Ой, короче, заходим домой, сейчас будем расставлять эти все продукты в морозилку. Кстати, давай возьмем сразу эти крышки на плату. Да. Вот, я, наверное, уж вам не буду показывать все, или вам нужно. А в следующий раз напишите, кстати, вам интересно или нет, типа, разбор полетов этих сумок показывать, всю внутрянку. Давай я возьму. Вот, так что теперь я точно заканчиваю этот влог, мои хорошие, и встретимся уже с вами совсем скоро. А, кстати, нет, стоп, я все никак не могу закончить. Что еще, какая еще новость? В общем, так получилось, что... Несешь? Так получилось то, что когда мы ехали, я вспомнила то, что я забыла свой ноутбук. Кто молодец? Это просто пипец. Я забыла свой ноутбук. Слава богу, у меня смонтирован уже влог практически, да? Осталось его чуть-чуть домонтировать, сделать обложку и выставить. Вот, сегодня у нас четверг. И я так поняла, завтра, да, в итоге договорились, что привезут нам ноутбук. Короче, мы прям пока ехали, оперативно собрались, просто все чух-чух-чух, и забронировали машину, точнее не забронировали, мы договорились, что нам привезут этот мой ноутбук. Ой, да, тебе сложно, наверное, давай потихонечку, по одному. Я тут пока... Не сложнее, а дольше. Вот, короче, мне должны его привезти завтра. У меня будет еще пятница, суббота для того, чтобы все домонтировать, сделать обложку и выставить вам влог. Так что я надеюсь, что все успеется, а то я сначала так запереживала, просто пипец. Вот, так что теперь все точно заканчиваю. Спасибо еще раз за просмотр этого влога. Люблю, обнимаю и всем пока.